Сегодня мы заехали к двум известнейшим в нашей стране и за рубежом пианистам. На самом деле к трем. Анастасия, Екатерина и Ульяна. Нас накормили чудесным обедом, сладким, что самое важное. Мы, в общем, от пуза наели, напились, зарядились энергией. Электрической. Послушали чудесную музыку. Шнитки в исполнении Екатерины. На музыканте нашли портаж. До свидания. Мы наконец прибыли. Едва нашли место. Время 10 часов вечера. Нас чуть не расстреляли. Мы попали на грандиозный фестиваль. Open Air, да. Отростки нашествия. Короче, я не знаю. Типа три Мартина Орша. Или что-то подобное. Да, никто не ожидал. Короче, надо ставить палатки. Все, блин, нормально. Мы жрать хотим и вообще пипец. Все, до свидания. Друзья, сегодня шестой день нашего велопутешествия, велотура. И вчера ночью обнаружили здесь... Дом Солнца. Дом Солнца. Вот тебе ты сейчас расскажешь поподробнее. Кто смотрел фильм Гарри Кускачева, тот поймет. Дом Солнца называется. Что хочется сказать? Великолепные музыканты на протяжении... Всей ночи. Играли великолепную музыку. Да. Вот, за что им отдельное спасибо. Спасибо тому человеку, кто придумал сабвуфер. Спасибо тому человеку, который придумал генератор. Да. Спасибо тому человеку, кто придумал нож. Короче, на самом деле, вчера был очень тяжелый день. Чуть не сдохли. Это самый долгий день по протяженности. А тут приезжаем мы это еще. Сегодня заканчивается, подходит к концу шестой день нашего велопохода. Велоэпопея, да, как Тима говорит. Тут мы сейчас готовим ужин. Теперь мы в мошках. Хорошее завершение. Как сказала моя мама, сказала, как вы там оказались-то вообще? Мы сбились пути. Мы, да, сбились, поехали по другой дороге. Но это было сознательно подчеркиваю. Вот поставили лагерь. Сбились сознательно, поставили лагерь. Вот, к нам присоединились еще два человека, тоже велосипедисты. Вот тоже это их палатка, велосипеды. Один. А второй. Чего говоришь? Отличный супчик получается. Да? Планируйте не помочь. Ну ладно, в общем, всем приятного аппетита. И встретимся. Ярослава. Ну это так. Он раскрыл все тайны прямо сейчас. Забыл сказать, на какой мы речке находимся. Мы находимся на речке Рачаина, что под Машкой. Так, сегодня последний день нашего путешествия.
мы собираемся уже в торжок. Всем привет. Осталось буквально чуть-чуть, и мы будем дома. Надо маленечко окунуться, собрать палатки, собрать баулы, еще раз окунуться и отправляться в путь. Ну и все. Сейчас я покажу наш заключительный костер. Красавец. За время нашего похода мы набили себе пару тату. Нога. В виде цепи. Приезжали эти тверские велосипедисты. У них тоже такие тату есть, имеются. Мы поделились опытом и водой. Они с нами поделились Козинаком. Тим все мечтал в этой поездке о Козинаках. Я их получил. Волшебный костер. Вот такой бы вечерком, конечно. Ну вот, друзья, ты, Викторович, добился своего. Он сделал чудо-костер. Маленький скромный костерок такой. Походный. На полчеловечка. Тут стоит Тим, и вот в его же рост костер. Его же рост. Короче, ладно, пока он совсем не сгорел, я пойду купаться. Потом греться. А, это гусеница семейства сложноцветных. Имеет 4 плавника сверху для отпугивания